Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и мы продолжаем проходить серию Rusty Lake и Cube Escape. Наконец-то я завершил Cube Escape Collection. Конечно, прям потратил относительно много времени на это дело, но решил, что надо взяться и это дело все пройти. Что я и сделал. Нас, конечно, будет еще ждать Cube Escape Paradox, но это чуть попозже, потому что между парадоксом и последним Cube Escape внедряется у нас Rusty Lake Hotel. И после него надо было проходить Paradise. Но я пошел немножко по другому пути, взял немножко другую хронологию, поэтому как есть, так есть. Проходим Rusty Lake Hotel, после него должен был быть у нас идти Paradise. Ну, подождите секундочку, там... Сейчас скажу точно, подождите прям... Ну да, Paradise, все правильно, а потом идет Cube Escape Paradox. Ну что, поехали! Играем! Озеро Расти, 1893 год. We will be having 5 dinners. Make sure everyone is worth dying for. I'm sure it's going to be a wonderful week. Let's make some memories. Так, все. Приступаем. Нас ожидает 5 вечеров. А еще там есть... Тут можно глянуть? Ваши блюда, смотрите. Есть еще секретное фирменное блюдо Rusty Lake. Вот такие вот дела. Поэтому надо будет после прохождения найти еще секретное блюдо. Ну что, погнали. Коктейль из креветок. Мистер Ворона приветствует гостей в нашем отеле. Ладненько. И не знаю почему, но хоутел реализован в виде флеш-плеера. Ну, в виде не флеш-плеера, а флеш-игры. Мистер Жаба, привет. Я слышал, гости приехали. Подожди, надо по-другому как-то. Мистер Жаба говорит. Привет, я слышал, как гости приехали. Ну, я не знаю, как жаба озвучить правильно. Так, секунду, подожди. Ты... Погодь. А, здесь, то есть я могу только нажать весь экран, да? Короче, надо ему дать муху. Мисс Голубка, мне нужно принять ванную вечером. Мисс Голубка, простите, но я не ем розовую пищу, да она еще и с глазами. Ну, извини. Что есть, то есть. I have to prepare dinner first. Мне надо приготовить обед. Вначале. Мистер Кролик, вы верите в магию? Заходите ко мне сегодня вечером. Мистер Кролик, забавно выглядит. Так, дальше. Мистер Олень. Принесите мне кровавую Мэри. Мистер Олень. Спасибо, но я больше мясоед. Ух, нихера себе.
олень и мясоед. Мисс Павлин, вы готовы к моей фотосессии? Пахнет рыбой. Так, и... Мистер Кабан. Я так голоден. Ругать. Хорошо, хорошо. Опа. Здравствуй. Нам не, вам нельзя посещать комнаты днем. А-а-а. Хорошо. Приветствуйте гостей в нашем отеле. Ну, я поприветствовал, в чем проблема-то? Я с нетерпением жду вашего первого нашего первого застолья. Я с нетерпением жду нашего первого застолья. А ну, они все будут сейчас с нетерпением ждать нашего первого застолья. Да? Ну да, все хотят выпить, закусить. Значит, выпить, закусить. Лягуха. Привет, я слышал, гости приехали. На завтра принесите мне свежие ингредиенты. Рецепты есть в меню. Это меню? Ага. Надо принести. Грибочки. Мясо оленя. И розмарин. Опционально. Стейки из оленины с грибами и розмарином. А, то есть нам надо будет вальнуть оленя. Ну, хорошо. Так, секунду, а здесь... Ничего подергать нельзя? Нельзя, да? Не очень мне нравится вот эта флеш-реализация. Я не фанат такого. В смысле, я хочу пообщаться с котом. Или летучей мышью. Кто это вот? Почему вы мне запрещаете это сделать? Наступает ночь, гости... Ага. Опаля... А, ну надо было всех поприветствовать, да, получается. Нажми для продолжения. Фойе. Угу. Хорошо, принесу я тебе ингредиенты, не волнуйся. Так, никакого завтра... обеда... Ночью. То есть нам надо сейчас узнать, кто где спит, да? Ты уверен, что хочешь зайти в комнату мистера Оленя? А, к мистеру Оленю мы можем заглянуть. Ну, наверное, да. А что нам делать? Ну, нам надо зайти к нему. Комната 1, мистер Олень. Так, олень. Ё-моё. Так, что-то надо будет сюда приделать. Муха не берется это. Жаль. Оу, я нигде не видел. Тихо. Тихо, стой. Не, нельзя взять. Стакан. Подожди, стакан.
Не, надо вернуть стакан. Взяли пустое ведро. Вот сюда надо приделать того жука. Спички. Так, все позакрываем. Такое, а олень нормально, да? Мы зарулили, так им в комнату давай здесь ковыряться. Выискивать все. А, получается. А, ну стандартная механика. Нам надо будет еще весы, ну, еще гирьки найти. А так получается, вот это вот ерунда. Равна 5. Это равна 3. Я так предполагаю. Кровавая Мэри, кровь, водка, табаско и специальный ингредиент. Взяли ключ. Ключ-то хорошо. Воу. Так, ладненько. Мистер Дирс, research план. Кровавую Мэри принести ему. Сейчас тебе принесем, не беспокойся. Все у тебя будет. Мне никак не поймать. Погоди, а если ведерочко привязать сюда? И... Ведро с водой. О, отлично. Ведро с водой, это хорошо. Так, весы. Секунду. А, это водка. Ё-моё, я думал, весы. Подожди, а там... А, ну то есть получается... А! Так несложно получается. Все хорошо. Угу. Так, окей, окей. Вы не можете уйти, пока не найдете мясо. Ну, сейчас найдем мясо. Восемь. А мне надо, чтобы получилось... Во, да? 8. Так, здесь получается 6, здесь 5. Так, ребят, все получилось. Немножко там все было просто. Я немножко не мог прощаю в кое-каком моменте там догадаться такое чего. Перелить надо было. Вот несколько раз по этому как бы пути шел, все нормально, все складывалось как надо. И вот не ту склянку нажимал. Что-то как не мог просчитать. Ну, все вышло. Недолго я с этим делом возился. Дальше, что у нас тут? Это куда-нибудь что-нибудь бодяжить. Опаля. Бодяжить надо. А чё тут дальше?
Куда-нибудь что-нибудь? Не? Ничего? Ну ладно, пока не ясно. А, подожди. А мы не знаем этот... То есть мы знаем код, но мы не можем... Нам надо поймать... вот эту... летающую птицу. Так, стакан, подожди, вот стакан. И есть такое подозрение, что мы можем... Угу. А, это табаско мы получили. Получили розмарин. Ух ты. А неплохо. А неплохо, что получили розмарин. Нам бы еще, конечно, грибочки бы заполучить. Вообще бы шикарно было бы все. Может, водочкой полить? Не? Значит, может быть... Нет, там бабочки надо подвесить. Тогда получается, что оленя валить надо? Реально я этого не хочу делать? Но выходит, что так. Ну а что остается-то? Мы в оленя... Оленя можем вальнуть? А, погоди, погоди. Хрена себе. Оленя ему дали по рогам. Так, я не понял, а... Такой момент... Может, ведро поставить? Так не, ни хрена. Так, ребят. Добавил я водку в стакан. У меня получается пустая столовая здесь. И с этой херней я могу подойти сюда, что ли? Что-то набрать, нет? Или подожди. А, вон оно как. Я... Подожди, ну я просто исходил из рецепта кровь... Вот... А, водка, кровь, табаско. Все, я понял. Вот, теперь у нас получается, надо добавить сейчас этого... Отлично. В смысле не готов? Так, ребят, ну что, жука я поймал в банку. Тут... Я просто думал, что здесь водка и все, больше ничего нельзя здесь содержать. Ну, ничего не может содержаться. Но нет, можно туда залить табаско. А банкой поймать. Ну, не жука, а бабочку. Вот такие вот дела. Теперь с этой бабочкой мы идем сюда. И у нас получается... Так, 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 так. О! Отлично, получили мы семена с вами. Так. Ого. Ядовитые семена получили? Секретный ингредиент — это ядовитые семена. Вот как. Теперь мы идем сюда... И вбодяживаем их здесь. Ага.
Так, отлично. Получили ядовитый порошок. Теперь с этим порошком. Так, а у нас там... В смысле? А, тут... Все, я понял. То есть нам надо сначала сейчас подойти сюда. Вот. Хорошо. Яд. Получаем. Теперь. Пойти надо... Подожди, а табаско уже посчиталось там, интересно, нет? Ну, вроде все готово. Кровь, водка, табаско. А табаско пропадала почему-то, вот в чем дело. Нет, табаско не пропадала, а пропадала. Это же соус у нас. Или специя, табаско. Табаско, по-моему, соус. И специальный ингредиент. Все у нас есть, все сделали. Нам бы... А чего нам надо? Нам бы надо это... Еще как-нибудь грибочков получить. Пей. Наслаждайся. Давай. Пьем дальше, пьем. Пьем. Нет, и чё ты? А? Все, отлично. Все, друган накочурился. Так. Ну, мясо мы-то взяли. А... Ё-моё. А грибов-то нет? Грибов-то не нашли? Вот какие дела? А где грибы можно было бы взять? Где хоть какой-то намек на то, чтобы где-то можно было взять грибы? На рогах где-то что-то, может быть, росло? Или на бабочке? Ладненько. Так, нам нужно приготовить сегодняшний ужин. Так. У нас отсутствует олень, который неожиданно умер. Прям вот так вот неожиданно. Решил вот так вот умереть он. Но момент такой. А. Где грибы взять? Вот что... вот вопрос какой. Где взять грибочки? Ну, наверное, уже все. Грибы не заполучить. Или погодь, или... Или можно грибы как-то здесь сейчас собрать? Как-то внимательно осмотреть все на наличие грибочков. Вы готовы к моей фотосессии? Фотосессии... Вы мне не про фотосессию бы расскажите, а подскажите, где грибы найти. Было бы вообще шикарно. Нигде ни на ком грибы не растут.
Ну, видимо, там, да, надо было собирать. Да, давай. Так, первый ужин. Вердикт. Ну да, тут грибов не хватает. Сейчас скажут, вот там грибочки было бы неплохо бы добавить. Почти идеально. Дальше. Ну, почти. Потом, конечно, надо будет перепройти на... Пс, посмотрите, что у меня есть в кармане. Где в кармане? Опа. Морковка. Тушеная крольчатина с морковью и белыми бобами. Ладненько. Ой, не-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 не. Так, здесь кто у нас? Нет, кабан нам не интересен. Нет, это павлин. А мы... Вы не можете войти, мистер Оленя больше нет с нами. Да, грустно, грустно, что олень так скоропостижно нас покинул. Ну, сказал бы, что ему алкоголь нельзя пить. Но, видите, аллергия у него оказалась сильная. Так, подожди, кролик не интересен, а тут три комнаты. Погодите, только не говорите, что вот в той комнате будет этот... А, занято. Я думал, там грибы можно было бы отыскать. Да, крольчатина. Хорошо. Опять надо запомнить. Нож. И все, что ли? Так немного. Опа, карта. Туз треф. А, и все. Хорошо. А, он фокусник у нас, да, этот кролик? Понял. Так, сейчас разберемся. А, здесь карты надо разложить. А, 5, туз 5, да? Туз. Ага. Сейчас все сделаем. Такой знак, это у нас филин лежит на нем. Во, король. Так. Взяли треугольный камень. Двойка, это двойка червей, это вот такой знак. Так, дальше. Там надо... Туз 5, туз такая, пятерки нет, туз вот такая вот. Ага. Пятерки, восьмерки... Ой, ну, пятерки у нас есть. Есть четверка, восьмерка... Но мы не знаем. Как-нибудь камень нельзя подложить сюда? А вот, опа. Вот так вот. Ха. Нихера себе. Решила тут это со мной играться. Ни хрена не подобного. Ничего не получится. Так, взяли шляпу. Шапку, то есть. Фиолетовый, красный, белый, оранжевый. Так, понятно.
Больше ничего, да? Только так, сюда подходим. В спальню не зайти. Что-то здесь, не? Ладно. Ладненько, ладненько. Кольцо можем сюда запихнуть? Опа, взяли ключ. Ага, и одним ключом, да, можем... Ага, все шикарно. Так, значит, смотрим, смотрим дальше. Внимательно надо все осматривать. Кролик. Ага, секунду. Фиолетовый, красный, белый, желтый. Фиолетовый. Фиолетовый, красный. Красавчик. Мистер Кролик, смотрите внимательно. Опа. Опаля. А что-нибудь еще замутить с ним можем, не? Взяли ключ. Угу, хорошо. Так, пятерочка — это такой знак у нас. Ну, а здесь все просто. Здесь либо так, либо так. Так, отлично. Опа, здоров. Закройся. Пойдет. Опа, а что с тобой и дальше? Заяц, Заяц, ты с ума сошел, Заячи путала. Ой, я не... Так, я отвлекся. Не сюда посмотрел. А чего? Взяли глаз. Ему его присобачить надо. И чего? А дальше? Все, что ли? Нам что, надо кролика собрать, что ли? Ну это как? Надо будет эти... У нас просто нет штырей. Так, подожди, а в окно можем посмотреть? Нет. Слушай, заяц, а это вопрос такой. Опа, вернулся. Ага, хорош. Все? Закрыть не можем, да, ничего? Так, а какой рецепт у нас? Белые фасолины, а где... Не знаю, где их сейчас здесь взять. Может быть, ошиби... Да нет, ну ошибаться не стоит, наверное. Первый... А если убить его?
Вон оно как. То есть... вот так вот. Ну, а где фасолины взять эти? Опять они скажут там, ой, ну, почти идеально. Ну, ладно, готовь. Наступает ночь, гости идут так, по своим. Слушай, может быть, когда перепройдешь... перепройдешь, тогда все будет. Так, подожди, а... а я забыл. Вот это, по-моему, так было. А у зайца вот так вот было. Вроде бы. Если я не ошибаюсь. На завтра нам понадобится свежее мясо. А что там готовим-то? Ребра дикого кабана на... Да. Нормально так. Нормально. Так, а здесь что-нибудь он может? Посмотрите, чем можно помочь в гостях в их номерах. Я и так помогаю там, великолепно помогаю. Я помогаю им великолепно освободить номер. Так, кабан, 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 первый этаж. По-моему, здесь он, да? Да. Опа-ля, кабан здоров. Хорошо. Кабанидзе, дорогой друг, я узнал от нашего общего друга о твоих переживаниях и тревогах. Я хочу пригласить тебя на озеро Расти. Нашу здравницу и отличное место для рыбалки. Здесь ты сможешь отдохнуть. С уважением, мистер Сава. Опиум. Опаля. Кабанчик сейчас будем... одурманивать. Не, ну я не знаю, какие цвета. Туалетная бумага. Нам нужна подсказка. Два, три, два. Два, три, два. Вот так что-то вышло. А, вон подсказка. Ага. Спички. Хорошо. Не? Чего? Испражнение кабана? Вы с ума сходите? Так, короче, синюю надо перегнать наверх.
Угу, трубка для опиума. Опа, свечу взяли. Хрен знает зачем. Но свечу мы заполучили. Туалетная бумага, зачем? Чего? А, то есть сэндвич мы сделали. То же самое? Нет, уже не все. Давай-ка дадим ему бутерброд. А что он хочет? Он хочет есть, как всегда. Принеси сэндвич. Принесу. Вот, на, пожалуйста. Наконец-то. Куда он пошел? Капец какой-то. Так, а... Подожди, ну это получается... А, можем ему туалетную бумагу дать? То же самое, что ли? А туалетная бумага где? Вот она. Так, я этого не понимаю. А, понял. Все, разобрались. Кстати, делать. Пускай там серия сидит дальше. Не мешает нам. Слишком. Ага.
И выстроить надо вот, ага, синий вот так вот. Ясно, понятно. Угу. 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 Так, взяли с вами молоток. Молоток для чего нам нужен? Что-то разбить здесь? Не, ну вариант такой, что может быть потом повторное прохождение. Нам... Вернуть не можем надо? Погоди, может быть... А, ну то есть он сейчас вернется туда. Ну давай, ладно, пускай вернется. Принеси мне сэндвич. Мне надо топор подвесить сюда. А что за блюдо вообще нам надо? Красное вино, помидоры. А откуда это взять все можно? Подожди, может в унитаз что-нибудь побросать? Ё-моё. Чего? Каким-то боком мы получили здесь помидоры с вами. Это, короче, какой-то дичь, что всякую только надо тыкать по-всякому тут из... И... Каким боком мы их получили, эти помидоры, не понимаю. А, подожди. А! Погоди-ка. Туда и туда можно отмотать, да? Еще ниже можно, вот. Он мешает, кабан. Хрякает паршивый. Значит, давай-ка... Давай, жри и пошел в сортир. Все, убежал. Ниже будет опускаться? Ну, отлично. Момент такой, а вот это куда девать? Что с этой трубкой для опиума делать? Мы собрали с вами опиум. Для чего? О чем опиум для народа? И все? Или что? Какой функционал? То есть...
Ну, давай, ладно, он сидит, посирает там мальца. Хорошо. Ну, давай, Не хочет? Ну, может, нюхнешь, не? Ну ладно. А. Ну хорошо. Оу-оу-оу, ну кумарил-то здесь, посмотри на него. Ну дымил-то, ну дымил. И чё? Эх, нифига себе. Забавно. Так, а что у нас есть? У нас есть помидоры. У нас нет красного вина. Где-то как-то его можно, наверное, заполучить. Подожди, а может быть? Опа. Хорош. Вы знаете, что делать. Угу. Ладно. Ну, отлично, это дело получили, но только как получить красное вино, вот это непонятно. Может быть, надо еще раз будет пройти, и там что-то пооткроется. Давайте, наверное, знаете что, я добью эту серию, а что тут, осталось двоих завалить. Разбираемся мы с ними быстро, только вот момент... Я забыл, какая там печать. А, подожди. Забыл, какая печать там. Ладно, готовим. Осталось двое. Сейчас двоих тут завалим и все. Не, ну нормально так. Это кто у нас? Перепелка, да, или кто? И голубка наяривает мясо вовсю. Почти идеально. Гости идут по своим комнатам. Так, вот забыл. Давай воткнуть, наверное, пока что сюда куда-нибудь. Как-то вот сюда. Хрен знает. Так, у нас кто? А что готовим-то? Я упустил момент. Не, подожди. Мисс Павлин. А, грудинка фазана. Павлин, да? Белым. Вот, как раз нам туда и надо. Ой, да. Да ты. А что надо сделать? Фотосессия, да? Она говорила про фотосессию, что-то там.
Принесите фотографию, пожалуйста. Вот та жидкость. А, тут надо. Так, все часы выставлять надо. Сухая стеклянная тарелка. А, вот. Плывун, это у нас павлиниха. Погоди. Нет, тут надо музыку выставить. Lady in Blue. Miss Crown, Mr. Owl. Вот так, да, получается? Угу. Подожди, а что-то надо как-то... Чего-то не хватает. Да, чего-то не хватает, ладно. Сейчас найдем, чего не хватает. Ключ. Ага. Спички. Увеличительное стекло и щетка. Тихо. Поймали. Ага. Вот так, по-моему, да? Ой, не то. Погоди. Сейчас. Еще раз. Вот так, да? Угу. Угу. О, так, что-то заработало. А дальше. Чего-то опять будет, не будет хватать. Ну, мы сейчас найдем, чего не будет хватать. Есть ключ. Ну, вроде там все, да, получается. Здесь я не знаю, что. Здесь она. Может быть, ей что-то там лицо. Поджечь ей что-нибудь там. Не? Кстати, вот... А, здесь проверено все было. Угу. Так, музыка. Не, все не то. Где-то какая-то подсказка по часам должна быть. Закрыто. Наверное, можно эти цвета и эти варианты подобрать, да? Нарисовать и что-нибудь да выйдет. Во, что-то нашел. Time. Белое вино надо заполучить теперь. Не, пока не получите мясо.
Забавно. А чего не хватает-то? Мне вот это непонятно. Чего здесь не хватает? Петрушка этот. И вот эта шкатулка музыкальная. И чё? Ну... А, кстати, вот, мы можем же это открыть. Во. Взяли шапку. Отлично. Угу. Ну и все, наверное. Да, все, отлично. Теперь можно сфотографировать ее. Опять чего-то не хватает. А чего не хватает-то? В смысле, а может быть? Не, чего-то не хватает. Никакой подсказки здесь нет. Влажная стеклянная тарелка. А зачем? Мы ее намочили. Для чего-то? Подожди. Не сюда? Не сюда? Все не то. Ну все же загорелись эти две лампочки. Все должно работать. Чего не работает-то? А куда? Куда вот это влажное стекло, влажная стеклянная тарелка, куда ее положить можно? Может, вот это нарисовать? А, вон оно что. А, так, понял, принял. Правильно же? Не? Или подожди, ты... О. Хорошо, маска ворона. Взяли маску ворона. Пойдет. И теперь... Две линии так вот. Правильно? А, на все уже? Принесите фотографию, пожалуйста. Почему? Подожди. Погоди. Чего-то не хватает. Фотография на тарелке. А, теперь мы должны...
Не, не сюда. А может быть, я ошибся? Или без разницы? Раз, два, три. Ну, может быть, так. Так, окей. А что нам должен... Так. Погоди, я же могу... Ну, на фотографию. Принесите фотографию, пожалуйста. Я же принес тебе. Что ж ты не берешь-то ее? Часы вот так вот выставить надо. Не, давайте все-таки пройду я, насколько возможно. Потом посмотрю в интернете, как выйти на этот, на другой вариант. Небольшая скалка. А ну-ка, наверное, это сюда. А. И чего? Так вот, да? Небольшой факел. Жёстко, жёстко. Нормально. Так, и берем маску совы. Так, и сова у нас рисуется. Так, так, от первой линии, ага. Хорошо, хорошо. Ну, отлично. Такой вот вопрос на засыпку. Надо принести ей ее фотографию, да? А, дрин-дрин-дрин-дин-тин-тин. Ага. Четыре так, одна так, четыре так, одна так, четыре. Ага, все, понял. Так, четыре. Так, одна так, четыре. Так, одна так. Это четыре так. А, вот так, что ли, получается? Наверное, так. Не. Не, погоди, не то.
Или погоди, или... А, или подя... Или такой молнией нарисовать это все дело. Ну, давай попробуем. Сейчас фотографирую. Хорошо. Я чувствую, как-то странно. Рисуется все. Ну-ка, давай попробуем. Ага, если... Раз, два, три, четыре. Раз, раз. Два, три, четыре. Раз. Так и так, да? Ну да, попробуем. И ни черта. А, подожди, ниже, наверное. Вот так вот, наверное. Сейчас, подожди. Да иди сюда. Наверное, вот здесь вот так вот будет. Давай попробуем. Ну да. Так, отлично, взяли ключ. С этим ключом идем сюда. И там будет нож. Стоп, ага. Пистолет там будет. Которым мы... Нормально. То есть мы должны ее как-то... Она должна как-то сама себя испугать, что ли, или что? Ну, отлично. Дело сделано. Да, только с белым вином проблемы оказались. Не нашел я белого вина нигде. Так, у нее, значит, была там лодка. А я неправильно здесь повесил. У нее так было, а это, по-моему, наверное, так было. Так, ну что? Готовим. Просто, если честно, я думал, она покороче будет немножко. Ну, все-таки флешевая игра. Ну, такая, она прям... длинненькая вышла. Я думаю, сейчас уже закончится игрушечка эта. А там весело всего немного. Но надо будет все равно проходить. Надо будет проходить еще раз на идеальную концовку. Ну, не идеальную, а вот да, чтобы там... вот здесь было все. Вот это, чтобы открыть. Мне кажется, чтобы открыть это надо, чтобы тебе все были идеальные. Так, ну что, котейки? Котейцы, погнали. Нам... голубка нужна. И она, по-моему, направо. Да. Так, кусок бумаги. Квадрат, квадрат. Плюс 2 треугольника равно 5.
получается, треугольник, наверное, равен одному. Это 3, 3 плюс 6, наверное, вот это 6 равно 6. Ага. Сейчас разберемся. А в смысле, а зачем я? Я хотел вставить. Не хватает, да? А, погодь, подожди. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Слушай, ну правильно вставил. Если вдруг там что-то не так. То есть получается 3. Это 6. 8. Ну все, легко. Чего здесь? Непонятно. Угу. И чего? То есть хотите сказать там, да? О, все, заработало как надо. Че взяли? Кукурузу. Это скот. Ему не надо удать убежать, да? Его надо окружить. А, и ты так уж убегаешь? Я думал, что у тебя такие пути нет. Можешь побежать сюда. Блин. Да и грёбаный таракан. Смотался все-таки. Так. Не, он убегает, да? Ну все. Мне просто надо заставить всю... Правильно я понимаю? А почему я тогда нажимал, не срабатывало? Или просто ему... Ну, давай лучше вот так вот все сделаем. А, ну просто, да? Надо было так его поймать.
Опа. Все, жук забегал. Красавчик. Угу. Взяли ключецкий. От чего? Вот только... Подожди. В смысле, я же там что-то взял, не? А. Так. Где-то что-то я открыть могу. Так, а, слушай, а что я это? Я ж смотрел на это дело и так и не выстроил. Треугольник это у нас один же. Это у нас 4. Это у нас 6. Это у нас 8. Нет? Ой, 4, 3. Так, отлично. Ё-моё. Так, нам нужен еще один ключ. Ха-ха. Во дела. А где ключ взять? Здесь что-то... Все не то. Может, радио послушать. Погоди, я понял. Я задумался. Все, сейчас сделаем. Так, сейчас сфотографирую. И все получится у нас. Будет все как надо. Так. Значит, это сфотографировали. Ага. И погнали теперь. 4 волны, да, и как раз все совпадает. Ага, отлично, отлично. Ё-моё, ядреческая сила. Но проблема в том, что тут еще хуже все вышло. Где-то что-то я там не досмотрел. Ну ладно, почти идеально и там сносно, пускай как будет. Все равно жрать некому. Да давай, поехали, давай, готовь.
Просто это все... Сейчас. Мэйюш, вы должны принести последний ужин мистеру Сове. Подожди, я думал уже все. А что? Подожди. То есть сейчас выйдет, что все окончательно, бесповоротно? А, погоди. Все будет пройдено у нас? А, то есть... Секретное фирменное блюдо Rusty Lake, сигара Rusty Lake. А, ну ладненько. Ну, пули, поехали. Подожди, может быть и нет секрета здесь никакого? Даже, я просто думал, что это секретка. Реально думал, секретка, оказывается, ни хрена. Да, заходи, заходи, заходи. Здоров. В смысле? А, типа, ты сигар взял, не? И чего? А что я должен сделать? С ним пообщаться. Ну вот, сегодня последний вечер. Спасибо за эти воспоминания. И Харви. Я так рад, что ты принес сигары. Озеро не забудет этого. Взгляни на черные кубики. Воспоминания ключ не только к прошлому, но и к будущему. Взгляни же. Ты смотрел уже, ёптель. Ну и дальше-то что мне с ними делать-то? А смысловая нагрузка этого всего? Что я здесь должен увидеть? Опа. А-а-а. Харви там говорилось, это попугай вообще-то. Мы что, играли за Харви с вами, за попугая? Ха. Продолжение следует. А, выиграй секретный код. Ты получишь. Ты получил все звезды? Выиграй секретный код. Нет, вот. Теперь понятно, для чего нам нужно получить все звезды, чтобы выиграть секретный код. Для чего его? Хрен поймешь, нужно получать, выигрывать. Разберемся, разберемся, разберемся. Вот. Ребят, ну вот такая вот игрушка. Да, конечно, серию надо было сделать поменьше, но я думал, что она игрушка флешевая, весит немного. Я думал, сейчас опа-опа-опа, здесь все пролетим быстренько. Оказалось, нет, быстренько не удалось. Вот. Ну, как вышло, так вышло. Ладно, ребят, если вам понравилось видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. С вами был Иллинойс и Rusty Lake Hotel. Всем пока!